В современном мире даже дошкольник знает, как использовать интернет. Более 700 южноуральцев собрались на конференции, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с информационной безопасностью. Был один из вопросов сегодня, как, собственно говоря, наша российская информационная безопасность себя чувствует. Скажу, что чувствует себя хорошо. Мы постоянно взаимодействуем с вендорами для того, чтобы пилотировать их решения. Усовершенствовать свои знания пришли молодые специалисты. Будущие профессионалы в сфере IT смогли пообщаться с представителями действующих организаций. На самом деле очень невероятно, очень интересно было послушать презентацию от Касперский Лаб, где представитель рассказывал нам о перехвате и защите воздушного пространства от беспилотников в коммерческой области. Тема информационной безопасности на сегодняшний день актуальна как никогда. За последний год случаи кибератак увеличились в 7 раз. Главные цели хакеров – ресурсы органов власти и сайты СМИ. Цель, конечно, в первую очередь, это чтобы население страны не получило необходимые услуги на порталах или на российских порталах получили какую-то фейковую информацию, не настоящую, которая была размещена на правительственных ресурсах органов государственной власти либо других сайтах. На конференции затронули темы, актуальные для каждого пользователя интернета. Компьютерные вирусы, новые тенденции кибербезопасности, шифрование данных и личная безопасность в цифровом мире. Марина Терентьева, Виктор Щелков, Урал-1.